Всем привет! Сегодня у нас 16 число. В Абаканском додже будет проходить посвящение в каратисты. Также турнир по сумо. Как видите, очень много детишек. Пока что у них расслабон. Но сейчас у них буквально через 5 минут начнутся испытания. Проверим крепкость их духа. И посмотрим, что они могут. Медали, вот такая вот стопка грамот, дипломов, чтобы ваше портфолио, когда ваши родители приносили куда-то его в институт или куда-то в органы в дальнейшем, у них такие глаза были, и они понимали, что вот этот ребенок, он пахал всю жизнь, работал, тренировался, он сильный духом, он сильный физически, ничем и никто его не сможет сломить. Он может показать класс всем. Нагота? Вот такими я хочу, чтобы вы были. Отдел культуры и молодежи спорта города Абакана. Сергей Владимирович Филимонов. Прошу любить и жаловать. Уважаемые спортсмены, уважаемые родители, позвольте от лица спортивного комитета города Абакана поздравить вас с этими такими небольшими соревнованиями. Поверьте, вот эти маленькие такие соревнования, они бывают первым шажочком к спорту высоких достижений. Сначала это школьные соревнования, потом городские, республиканские, российские, ну и потом уже мировые. Я надеюсь и желаю вам, чтобы ваши ребятишки выступали не только на маленьких соревнованиях, но и на крупных. И я уверен, что мы их увидим на экранах наших телевизоров. Ну и пользуясь вот этим случаем, который мне предоставили, хочу поздравить и зачитать благодарность Гончарову Вячеславу Владимировичу. Управление культуры и молодежи и спорта администрации города Абакана благодарит президента городской федерации Киокусинкай карате города Абакана Гончарова Вячеслава Владимировича за активное участие в организации и проведении спортивной площадки «Город в движении» в рамках городского праздника «День города». Благодаря вашему участию мероприятия спортивной программы получились яркими и запоминающимися. Надеемся на... Всем удачных выступлений. У вас проигравших нет, вы сегодня все победители. Hi!
сегодня абаканские каратисты, осики, которые на заднем плане, выявили сильнейших по сумо. Для нас это необычно. Похлопали, ребята! Нас поддерживают родители. Родители, сможете громче детей похлопать? Родители круче детей. Было классно. Сейчас у нас будет награждение. Мы подготовили шикарные медали. Можно нам медали заснять? Шикарные медали, дипломы. Сейчас будет награждение. Наши ребята помогут, пофотографируют, поснимают. Всем спасибо. Дети, привет! Привет! За второе место награждается Желтухин Владимир. Аргачев Матвей, третье место.
Второе место! Раскаля, Ярослав! Литвинцев Кирилл! Смоленко первый, да? Максимов третий, да? Последнее место назначается Сочилов класс. Сочилов класс. Так, ну только второе место, Катышев Михаил. И первое место Романенко Глеб.
song. Tonight the power to make the difference. Tonight the power.